Тантра значит «строгая дисциплина». Это не сексуальная распущенность. Научиться тому, чтобы использовать свое тело и ум, как если бы они были внешними инструментами. Это невероятный дар, предложенный Агасти Муни. Он разработал тантрический процесс, на 100% основанный на теле, ничего внешнего. Тантра — это не секс. Оккультизм и мистицизм. Эпизод 1. Мы часто слышим о тантре, тантрическом. И об этом говорят столько всего. Могли бы вы объяснить, что это значит на самом деле? Это какие-то темные силы или что-то еще? Большая часть существования — это темная сила. Свет — это лишь небольшое событие в мироздании, не так ли? Разве большая часть существования — не темнота? Да? Свет — это небольшое проявление, очень ограниченное проявление. Чтобы появился свет, что-то должно гореть. Чтобы сейчас здесь был свет, на этой планете что-то горит прямо сейчас. Вы должны это понять. Как экологически ответственные люди, чтобы появились все эти точки света, что-то где-то горит. Мы говорим, что горит лампочка. Это тоже горение. Но чтобы поддерживать его, горит что-то еще, не так ли? Так работает свет. Будь то лампочка или солнце, что-то горит. Все, что горит, кто бы это ни было, однажды это неизбежно закончится. Да? Вот почему, если вы сжигаете что-то безответственно, мы говорим, что вы жжете свечу с обоих концов. Потому что понимаем, для того, чтобы появился свет, что-то должно гореть. Поэтому если вы что-то жжете для появления света, вам стоит контролировать огонь и поддерживать его на минимуме, иначе все сгорит очень быстро. Так что свет представляет собой весьма ограниченное явление. Весь космос — это темная сила, да? Существует много видов темной силы, которые можно использовать. И не обязательно эта сила будет негативной для жизни. Темные силы не обязательно против жизни. Из-за того, что вы слышали о каком-то никчемном оккультисте, который пытался разрушать чужие жизни, призывая болезни, смерть, из-за этого вы считаете, что оккультизм — это что-то плохое, поскольку в социуме можно встретить только таких людей. Но есть также и оккультизм высочайшего порядка. Шива — это оккультист. Каждый гуру — это оккультист. Сейчас я посвящаю вас Шамбхави. Это оккультизм? Иначе как бы это работало? Оккультизм означает определенные возможности. Это определенная технология. Сейчас я могу достать свой телефон и поговорить с кем-нибудь на другом конце света. Это технология. А если, предположим, я без телефона начну говорить с кем-нибудь из Соединенных Штатов — это оккультизм. Так что технологии не так уж сильно отличаются от оккультизма. Вы пользуетесь другими средствами, но на самом деле это одно и то же. До того, как появились современные технологии, оккультизм был очень актуален. Но сегодня значение оккультизма падает по мере того, как совершенствуются современные технологии. Вот вы приехали из Мумбаи. Бомбея. Мумбаи. Я хочу, чтобы вы запомнили правильное название, иначе у вас могут быть неприятности. Допустим, тысячу лет назад вы услышали о Садхгуру из Коимбатура, и ваше сердце заныло, вам захотелось к нему поехать. Но добраться пешком из Мумбаи в Коимбатур — это непростое путешествие. Если вы рискнете, неизвестно, вернетесь ли вы обратно в Мумбаи или нет. Вы не знаете, чего ждать по дороге. Вы можете так и не доехать до места. Поэтому вы сидите в Мумбаи и просите: «О, Садхгуру, пожалуйста, приди ко мне. Я не могу прийти к тебе. Пожалуйста». И вот если бы я захотел что-нибудь сделать для Атула, который живет в Мумбаи и не может приехать в Коимбатур, то, возможно, я бы решил инициировать его в Шамбхави, в Мумбаи. Но ум Атула постоянно скачет. Он садится,
что-то ощущает, и тут же начинает думать: «О, возможно, я просто что-то придумываю». Его жена говорит ему: «Да ты свихнулся. Кто-то, кого ты даже ни разу не видел, с тобой что-то делает, завязывай с этим, возвращайся к работе». Он начинает что-то ощущать, но его логика, его ум, его семья говорят ему: «Не глупи». Следующее, что сделает Садхгуру, он сорвет цветок жасмина на юге Индии, который не может расти в Мумбаи. И когда Атул будет сидеть вот так, цветок упадет ему в ладонь. И теперь Атул будет сидеть, готовый к инициации в Шамбхави, только из-за одного цветка жасмина. Но сегодня я лучше позвоню тебе и скажу: «Приезжай». Или пошлю кого-нибудь с брошюрой и скажу: «Приезжай и получи инициацию здесь». Или если я захочу послать цветок жасмина, я воспользуюсь Дечил. Так что современные технологии замещают оккультизм. Но если оглянуться на тысячу лет назад, вы увидите, какой значимостью обладал оккультизм. Да? Просто представьте, как это было тысячу лет назад. Вы находитесь в Мумбаи, а я опять же в Коимбатуре, и вам что-то от меня нужно. Только представьте, какой значимостью обладал оккультизм. Сегодня его значение упало, и всякие шарлатаны занимаются разной ерундой. Оккультизм не обязательно значит что-то негативное. Английское слово «оккультизм» не дает ясного понимания, что под этим имеется в виду. Недавно кто-то задал вопрос, кажется, во время самьямы. Наверное, это был какой-то гуру. Он сказал: «Тантра — это просто способ преодолеть навязчивую тягу, просто преодолеть тягу». Это глупость. К сожалению, сегодня нам необходимо пересмотреть слово «тантра», потому что люди его исказили. Сначала давайте поймем вот что. Слово «тантра» означает «техника» или «технология». Но поскольку тантра, о которой вы слышали, импортирована с американского побережья, то вы думаете, что тантра подразумевает распущенную сексуальность. Нет, тантра значит «строгая дисциплина». Это не сексуальная распущенность, это суровая дисциплина — научиться тому, чтобы использовать свое тело и ум, как если бы они были внешними инструментами. Как вы могли бы использовать компьютер или отвертку. Точно так же вы учитесь пользоваться своим телом и умом. Это требует исключительной дисциплины. Это не распущенность. Тантра — это не то, что описано в книгах, преимущественно американских авторов. Нет. Тантрические тексты несут строжайшую дисциплину, никакой распущенности, поскольку в них говорится о теле. А сейчас в современном обществе, если вы скажете «тело», люди сразу подумают о репродуктивных органах, только об этом аспекте тела. Так что если вы скажете «тело», они будут думать только о нескольких его частях. Они забывают про мозг, поскольку они думают лишь о нескольких частях тела. Они думают о сексуальности и ни о чем, кроме этого. Но смысл в том, чтобы научиться использовать тело как феноменальный механизм, каким он и является. Если вы не знаете, как его использовать, что вы тогда будете здесь делать? Если вы не знаете, как использовать ваше физическое естество и энергию, стоящую за этим, что вы будете делать? Вы не будете иметь никакого влияния ни на что. Это и есть тантра. Тантра означает технология, определенные возможности. Нет гуру без тантры. Если у него нет технологии, то он не гуру. Он может быть лишь кротким святым, благословляющим каждого. Благословение не может выбирать. Например, вы вор.
И вы встречаете святого и просите его благословения, и он благословит вас, чтобы вы могли сегодня сделать свою работу как следует, потому что его благословение не различает. Он не может различать, потому что это ему не подвластно. Даже бандитские племена, пиндари и им подобные, у них были свои боги и богини, и собственные святые. Их боги всегда направляли их, на какой дом напасть сегодня. Они были очень успешны. Они продолжали свою профессию веками, зарабатывая разбоем. Так что, если вы лишь кроткий святой, который только благословляет, я не пытаюсь принизить это. Они прекрасны по-своему, но они не для тех, кто жаждет просветления. Они не для таких людей. Они лишь для тех, которым нужно немного улучшить свою жизнь. Если вы посетите мебельный гипермаркет, этим вы сможете привнести некоторые улучшения в свою жизнь. Не так ли? Да или нет? Вы сможете. Я каждый день вижу по телевизору, как люди рассказывают: «О, вся моя жизнь поменялась, как только я купил этот диван. Это удивительно». Я и не знал. Я и не знал, что кровать или подушка могут произвести такой эффект. Я не знал этого. Вы видели такое? Вся моя жизнь полностью изменилась. Так что если вы пойдете в мебельный магазин и выйдете оттуда с чем-то, чего у вас не было, вы сможете немного изменить свою жизнь. Выражение «меняющий жизнь», но насколько много меняется, зависит от множества вещей. Что именно изменилось, обусловлено множеством вещей, не так ли? Предположим, вам сейчас холодно, и у вас нет такой рубашки, как у меня. И вот вы ее получили. Сейчас она изменит вашу жизнь, не так ли? Не так ли? Разве мы говорим об этом? Если это так, то благословлять — это прекрасно. Но если говорить о духовном росте, достижении своей абсолютной природы, то что это за гуру без способностей? Вы не можете назвать его гуру. Способность предполагает умение сделать то, что человек не может сделать самостоятельно. Я хочу, чтобы вы это четко понимали. Если нет тантры, и когда я говорю «тантра», если нет технологии, тантра является лишь названием технологии на санскрите. Не так, как вы себе это представляете. Так что если нет тантры, нет и гуру. Потому что быть гуру означает, что нужно засучить рукава. Это работа механика. Вы должны что-то перебрать, исправить. Для этого нужно знать, что есть что. В ваших руках должна быть некая технология. Это и есть тантра. Если тантра выше, еще как. Буквально повсюду. Самых разных видов. Но значимость йоги в том, что в ней нет ритуалов. Существует два измерения тантры. В одном вы используете внешние материалы, необходимые для проведения ритуалов. В йогической тантре вы используете только физическое тело и энергетическую систему. Вы не нуждаетесь в иных материалах. Итак, условно, эти два понятия могут быть классифицированы как путь правой руки и путь левой руки. Путь левой руки использует внешние средства. Путь правой руки не использует никаких материалов, кроме самого тела. Главным образом, йогической тантрой,
является прежде всего то, что мы делаем внутри себя. Это невероятный дар, предложенный Агасти Муни. Он разработал тантрический процесс, на 100% основанный на теле, ничего внешнего. Не требуется ни одного зернышка риса, ни одной песчинки, чтобы осуществить самые разные аспекты тантры. Все происходит внутри системы. Это дар, который он принес нам. Это одна из величайших вещей. С точки зрения человеческого механизма, это одна из величайших вещей, когда-либо предложенных каким-либо источником. Это его подношение.